Добрый день, меня зовут Сергей. Я давно хотел снять ролик. Это тент для хранения и транспортировки катера Барей. Тент выполнен полностью из ПВХ ткани. Он имеет воздушное отверстие. Воздушное отверстие на данном катере сделано по той простой причине, вентиляционное отверстие, что у него вообще нет доступа воздуха в закрытом состоянии. То есть катер будет потеть. То есть оно нужно только для подобного, конкретно вот под подобные катера. Здесь, как вы видите, вот стропа полностью облегает контуры катера. Стропа кулисы, нижняя ее затягивает, верхняя как раз облегает по привальным брусам. То есть тент полностью получился натянутый. Поскольку катер находится у меня, скажем так, в прямом доступе, то есть, в принципе, на самом деле я могу данный тент повторить, если кому-то это будет надо. Вот. А так, имеет два ската. Первый скат — это вода и осадки, все, которые попадают, уходят на эту сторону. Второй скат идет вот с носовой части, вот я вам показываю. То есть, соответствующим образом получается следующая штука, что вот катер, данный тент изготовлен, на самом деле, видите, он уже весь покрыт грязью, потому что катер стоял под березами. То есть, при этом катер абсолютно чистый, иначе вот эта вся въевшаяся грязь, она была бы непосредственно вот эта, вот видите, я отрисую по ней. Вот, и она была бы вся на катере, и все осадки были бы в катере, потому, как это было раньше. А здесь сейчас катер абсолютно сухой, он проветривается под этим тентом, и вода не собирается на нем вообще. То есть вот, смотрите, ну вот вчера был снег, снег я с него счистил, то есть, ну я как бы слежу за своими лодками в этом плане. Кулисы собраны в мешок, вот в задней, сзади есть мешок, здесь собраны стропы непосредственно по катеру. А так вот, этот тент для транспортировки и хранения катера Барей. Как еще раз говорю, данный катер, данный тент доступен для заказа, поскольку, в принципе, как бы лекала нет, но катер сам есть. То есть я могу это дело сделать, повторить данный тент без малейших проблем в таком же виде. Вот, смотрите, еще раз показываю кругом. Вот катер стоит непосредственно данный уже с июля месяца, соответственно. И все здесь абсолютно хорошо. Так что вот, если будет вопросы, вопрос, как обычно, можно задавать мне на почту. Почта 1серж23@mail.ru. Обязательно всем отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания.